Так, правила для жюри. Оставляете оценки 1 и 2. Другие вам не понадобятся. Она бухнула уже. Ну, правильно. Это подстава. Это подстава. Одну оценку можно поставить один единственный раз. То есть, если поставил двойку, двойку больше не ставишь. Поставил кол, кол больше не ставишь. Тот, кто выигрывает раунд, выигрывает не просто матч, но выигрывает и в качестве сувенира победителю книгу, которая лежит в одном из конвертов. У нас сегодня были 4 феминистских раунда. Напомню, газетки, поэтки, литературка, нонфикшенка, а теперь лейтенант Пидоренко. Каждый из вас должен прочесть по одному стихотворению. А тебе пока. Подождите, по одному стихотворению? В прошлый раз одно стихотворение было целая книга. Я тут читал. Ну, слушай, лейтенант Пидоренко вообще в Телеграме пишет. Подожди, Пидоренко? Да. ВП. Да, ты не будешь это читать. А что такое Телеграм? Телеграм запрещенное в России. Это у них в Архангельске запрещено. У них интернет просто не провели. Так, а я сам решил, что я первый, да? Да. Ты кто взял первый конверт, тот первый читает. Окей. Без времени, я так понимаю. Ну, там одно стихотворение, да. Ну, сейчас прям короткое, да. Вот начало, вот конец. Итак, тихо! Давайте, апофеоз! Вздрогнем. Аллилуйя. И почитаем, да? Значит, Пидоренко ВП. И тут без интриги стихотворение. Сонет третий. Встреча с уткой. Ну, у кого как. Я видел утку в озере ночном, она была подобна хризантеме. И, подчинясь незримой теореме, кругами бороздила водоем. «Презренный жук!» — вскричала вдруг она. Как смел нарушить мой покой печальный? Теперь обязан мне подать венец венчальный, а сам надеть мундир, цилиндр и ордена. «О, дивное создание!» — я ответил. «Прости, что в час ночной тебя приметил, венец тебе не смею поднести. Я лейтенант, не генерал». И не ношу мундира. При мне лишь честь моя и пламенная лира. Прости же и домой меня пусти. Отдай лейтенанта. Андрей, красный. А на самом деле, я надеюсь, вы все помните историю про теннисный мячик. Я дочитал. И это не считается, это мы не оцениваем, это я сказал. Присяжные должны игнорировать. Так, что там дальше? Массаж. Верное средство, только сделать его некому. Не в салон же идти в таком состоянии, спрашивается, в каком. Но это ладно, массажера в доме тоже не наблюдается. Неожиданно выход нашелся. Теннисный мячик. Так, где-то он был. Нашелся массажер, покатал его по рукам, ногам, немного нажимая, насколько хватило сил в моем состоянии, процесс оказался приятным. Боль понемногу отступала, конечно, не сразу и не совсем, но уже через пару часов стала человеком. Давай. Итак, а теперь к Пидоренко. Лейтенант Пидоренко в исполнении Андрея Кослыгина. Он в натуре лейтенант. Он в натуре Пидоренко. Ну вот это похоже на то, да. Помни про зенит. Пидоренко, well played. Это ВП. Это такой молодежный сленг. Я думаю, вы все не знаете. Вот, смотри сюда. Начало. Я всю жизнь хотел это. Вот начало, вот конец. Давай. Я всю жизнь хотел, чтобы мне попало слово «хуй» в открой роте. Давай! Подождите. Это уже нет, это уже другой. Нет, тебе это только... он, да? Вот он, да. Андрей Космынин! Я прошу тишины, пожалуйста.
Сонет четвертый, ёпта, сонет, блин. Спартак, Спартак, Москва, так. Нахуй! Мы тут дети. Ебать. Так, там реально ребенок. Ебать, Спартак, ебать. Мясо. Иметь, Спартак, иметь. Иметь. Сонет четвертый, я не знаю, как я прочитаю. Ну, закрой, пожалуйста, ушки, зайка. Тебе прошу. Вот, спасибо. Встреча с хуй пойми кем. Под утро я застал тебя в хлеву. Ты про коней. Изменяла мне с косматой абразиной. Сраженный этой низменной картиной, бежал я прочь, топча росистую траву. Но что за существо в тот страшный час проникло в хлев наш, утлый и убогий? Кошмарный червь, лохматый и трехногий, вперил в меня огромный красный глаз. Мне было стыдно робости души. Я рвал погоны в утренней тиши и скинул сапоги на полустанке. Скитался я 3 года и 3 дня. Теперь вы не узнаете меня. Я толст. Я лыс. И я женился на цыганке. Единственный раз сегодня я готов дать слово жюри. Начнем с поэта. Андрей, ты не должен называть имя победителя, не должен называть команду победителя. Ты должен сказать, почему ты поставишь кол. Жданова на... Ну, кол я поставлю. Ага. Поэт даже на кнопку нажимать не умеет. Все, сломал? Поэты пишут. Ага, говори. Кол я поставлю, потому что я не услышал в натуре Пидоренко. В натуре Пидоренко не услышал. На ушко мне скажи, на ушко, только на ушко, кому ты поставишь кол? Илья в шапке, Андрей голый. Кому же, кому же? Угу. Давай. Хорошо. Серафим, шестикрылый ты наш. Кому, нет, кому не скажешь на ухо, Дёухин красивый. Сейчас будет игра в этот этюд в багровых тонах. За что двойку? Я ожидал вообще, что в финал будут две девушки. Ты меня родил. Ну одна из них разделась, что? Я понял, мы тебя этим и заманили. Хотя бы, да? Я разочарован просто. Ты это поставил? Поэтому Андрюха, давай. Более женственный поставишь. Кстати, а что у него написано, если перевести? Это важно! Это не важно! Это вайб. Присяжные требуют. Мэн, ты что не шаришь, это вайб. Он не шарит. А нельзя заменить его девушку? А можно всех поставить? Я кол поставлю. Я про двойку спрашивал. Двойку я поставлю. Я в чем? За что? Не надо говорить кому. А, за что? Ты вопрос слышал вообще? Я 30... Как ты редактировал журнал вообще? Подожди, дай мне соображаешь. Сформулировать. 35 лет я хожу без шапки. У нас и кинжалы найдутся. Потому что у вас в Мордве нет зимы. За что? Поэтому я поставлю двойку. Точка. Поэтому я понял. Хорошо. На ухо скажи кому. Не кусай. Понял? Не кусай за ухо, да. Наташ. Шапка через А пишется. Наташ, ты ум, честь и совесть этого вот всего. Конкурса. Конкурса! Кто там вякнул? Зарплата! Конкурс! Зарплата Фаустову не давай! Я думал, на твои руки! Смотри, Наташ, я знаю, как ты любишь Андреева.
Вот если бы... Да. Вот тут Илья, вот тут, вот. Илья Андрея. Либо Андрей, да. Либо этого я знаю, ты не любишь. Ты его постоянно, что там, он это... Что? После стольких лет, после да. Наташа. Ты знаешь, что она архангелогородца? Серьезно? Обалдеть. Да. Не знаете, я не сомневался. Наташ, я единственный человек из всех из вашей троицы, которому я разрешу назвать того, кому ты поставишь любую из оценок. Публично, громко, чтобы все слышали. То есть ты не хочешь, чтобы тебя кусали за ухо? Да, нет, не хочу. Я просто... Меня укусил Жданов, и у меня до сих пор... Я общем... так понимаю, что поэтому пока результаты поровну? Я не скажу. Опа! 2-1, конечно, поровну! А мы раз на открой роте, может, мы с тобой бахнем, у них водка еще не кончилась. Там еще есть! Наташа, говори! Водки финалист! Кто твой победитель? Илюха. Со счетом 2-1 матч всех звезд. Открой рота 2019 года. Выиграла команда. Давай! Но... Нет! Деф, врубай! Миша, ну? Мне пора на покой. Да! Друзья, во-первых, давайте поаплодируем команде малолеток, да? Самов, уйди от малолеток! Сейчас их осудят! На самом деле никакой интриги не было, как только я оказался в финале. Это, наверное, 6-й или 7-й открой-рот подряд, когда в финале я второй. Поэтому... Все было предрешено. Старперы, вы красавы, мы рвем. ЛДЖ говно. После старперы, вы красавы, ничего не поняли, понимаешь? Мы рвем непонятные слова. Прошу вас на сцену. Идите сюда. Итак, вот она, молодая шпана, которая сотрет вас с лица земли. Господин, иди сюда. И главный приз матча всех звезд. 23 000 рублей. Это не делится на 5. Это же правило 23. Всем спасибо. А мы сейчас это пробухаем за того, чтобы делили. Да здравствует Кослынин, который спас вас от сокрушительного поражения. А теперь дискотека. Сашка сейчас пописит и начнет играть.